До универсиады осталось ровно 3 года, и это событие город отмечал масштабным флешмобом. Более 300 красноярцев танцевали прямо на склоне фан-парка «Бобровый лог». Все подробности в нашем следующем сюжете. Участников, 2 недели тренировок в режиме нон-стоп. И танцевальный флешмоб к универсиаде готов. Сразу видно, красноярцы – это не только суровые сибиряки, но и драйвовая молодежь. Тренировки проходили на одном дыхании, все было организовано. Сначала мы тренировались в Ярыгино, а потом приезжали сюда и здесь уже отрабатывали. Сколько часов в день тренировались? Ну, минимум по 2 часа. Ну, да. Нас просто разбивали по группам, и получается, что уделяли внимание каждой группе, а потом были совместные тренировки. Это уже было тяжело с 6 часов до 11:30. Ну да, это вчера была самая поздняя тренировка, когда мы снимали это все полностью для видео. Сегодня вот показываем красноярцам. Разработкой этого номера занималась целая команда московских профи. Так режиссером-постановщиком выступил известный фигурист, призер Олимпийских игр и продюсер ледовых шоу Илья Авербух. Главная идея очень понятна – улыбайся, потому что универсиада – это дело молодых, это дело тех, кто еще стремится к своим главным победам, но она объединяет и она дает стремление уже от универсиады шагнуть к Олимпиаде. И именно это мы хотели показать. Во-первых, что Россия открытая страна, гостеприимная страна. За 7 минут ребята в танце рассказывают о всех видах спорта зимней универсиады 2019. Посмотреть на события приехали сотни красноярцев. Мне понравилось очень. Видно московский напор, видно желание танцоров, которые исполняют потрясающий вид с горы. А также хореография замечательная. Нет, на самом деле очень красивые рисунки. Замечательная лайка. Она мне так понравилась, я еще не сфотографировался с ней. Пойду-ка я сфотографируюсь. Местом яркого действия фан-парк «Бобровый лог» был выбран не случайно. Это инвестиционный проект Норильского никеля, главного спонсора студенческих игр. Кстати, в ближайшие дни этот ролик увидит весь мир. Он появится на официальном канале универсиады в YouTube. Мария Терехина, Евгений Шестаков, 7 канал.